Good afternoon, everyone. Приветствую всех. We all have this one life. У всех нас есть только одна жизнь. Мы всего лишь мимолетные тени в этой огромной вселенной. У нас есть способность достигнуть всего, что мы хотим, абсолютно всего, если мы будем мудро распоряжаться нашим временем. Эта банка наполнена? Да. А сейчас? Да. А сейчас банка наполнена? Да. Я хочу, чтобы вы поняли, эта банка представляет вашу жизнь. Мячики для гольфа – то, что в жизни действительно важно. Ваша семья, друзья, здоровье и ваши увлечения. Камешки – другие важные вещи. Ваш автомобиль, ваша работа, дом. Песок – это все остальное. Всякие мелочи. Если первым в банку вы насыпете песок, то в ней не останется места для камешков и мячиков для гольфа. Так и в жизни. Если вы потратите все время и энергию на мелочи, у вас не останется времени на действительно важные для вас вещи. Обращайте внимание на то, что делает вас счастливым. Позаботьтесь сначала о мячиках для гольфа, о действительно важных вещах. Расставьте приоритеты, ведь все остальное – лишь песок. Профессор, а что тогда изображает пиво? Я рад, что ты спросил. Оно показывает, неважно, насколько полной может казаться ваша жизнь, в ней всегда найдется место паре выпитых с другом бутылок пива.